Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор на новинку от производителя смесителей, ну не только смесителей, сантехники, ГАПО. Это модель из 17 серии G1017-62. Шестерка означает то, что смеситель черный, двойка означает то, что смеситель высокий. Вообще 17-я серия на самом деле интересная, она набирает популярность. Давайте посмотрим, что из себя представляет данная модель. Ну, по комплектации, как обычно, пакетик, шильдик, инструкция на русском, гарантийный талон, проверяйте заполнение. В пенопласт упакован смеситель. Итак, комплектация. Сам смеситель, гибкая подводка. 40 сантиметров, шестигранник и ключ для замены аэратора, запасной картридж седал, комплект, ножка, подиум, так сказать, для смесителя. Смеситель сам еще в руки не брал, но ножка мягкая. Она, это металл, но она на ощупь приятная, прям такая, такое ощущение, что она как бархатная. Крепежный элемент типа гайка, не скоба, которая неудобная, а удобная гаечка. Давайте посмотрим, что из себя представляет сам смеситель. Опа. Прокрашен даже внутри, черный полностью, приятный на ощупь аэратор. Аэраторы используются не Аперл, смесителя ГАПО. Короткий достаточно ход у рычага. Управление. Вот такая вот интересная модель. Ну, как обычно, ценник у продукции ГАПО достаточно демократичный, при этом качество высокое, гарантия 5-летняя. Ну, тут еще и картриджи запасной в комплекте. Сами картриджи служат там по 5-10 лет. Тут еще и запасной, керамика используется. Вот, так что модель однозначно интересная, есть такие же короткие, с обычным изливом. Вообще, смеситель, высокие смесители, убедился на собственном опыте, гораздо приятнее в использовании. Под ними удобнее руки мыть. Они используются с раковиной типа чаша, которая, ну, использование которой защитит не только сам смеситель от того, чтобы брызги на него не попадали, и вокруг смесителя не будет никаких пятен, как это бывает с обычными смесителями, с короткими, которые там из раковины торчат, потому что вокруг там вода скапливается. Вот. Но и сам процесс умывания, бритья гораздо более эстетичен и удобен. Так что высокий смеситель — это все-таки очень хорошо в паре с накладной раковиной. Собственно, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, ищите нас в Инстаграме или на сайте. Всем пока!